Приморцев просят не выходить на лед. Спасатели предупреждают, что ввиду наступления холодов и становления льда на водных объектах, несоблюдение правил безопасности в зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. В период с ноября по декабрь лед до наступления устойчивых морозов не прочен. Днем он, быстро нагреваясь от талой воды, становится пористым и очень слабым. Необходимо дождаться устойчивых морозов и дать окрепнуть ледяной поверхности. При максимально отрицательных температурах вообще толщина льда должна составлять не менее 7 сантиметров. Проталины, цвет льда, то есть толстый лед, он такого зеленоватого оттенка, на него уже можно смело вставать. Чаще всего это либо неопытность, либо чрезмерная самоуверенность. Не прыгать, не бегать, не собираться большими толпами на неокрепшем льду, тем более. В первую очередь, если чувствуете, что лед под вами начинает играть, лучше уходить, не оставаться здесь. В первую очередь, не паниковать. И сам человек, когда провалился под лед, он должен зацепиться руками за кромку льда и высоко поднять голову. Если присутствует течение подводное, по возможности поджать под себя ноги и скинуть обувь. Когда человека вытащили, уже, соответственно, это переодеть его в теплую сухую одежду, дать ему теплое питье и по необходимости растереть пешней какой-нибудь. Выезд на лед у нас запрещен вообще на весь сезон. Карается это штрафом от 2 до 5 тысяч рублей.